Друзья, всем большой привет! Добро пожаловать ко мне на канал. Сегодня я снимаю видеообзор на адвент-календарь ароматов от Harrods. Вот такой вот прекраснейший адвент-календарь мне удалось раздобыть. Шикарное оформление. Здесь изображен универмаг Harrods. Также мы открываем его и видим 12 окошечек витрины магазина этого универмага роскошного. И начинаем с вами обзор. Ароматы я уже некоторые протестировала. У меня был сделан шорт, где я делала распаковку этих ароматов. Ну и, конечно же, я их попробовала, чтобы мне было что рассказать вам. Итак, начнем. В первом номере у нас, где находится первый номер, итак, в первом окошечке мы находим аромат от Parfum de Marly, который называется Ariana. Здесь 30 мл. Посмотрите, какой шикарный флакон. Это полноразмерный флакончик. Этот аромат обычно сравнивают с парфюмом от Kilian, который называется Love. Но для меня этот аромат не совсем похож. Здесь очень много флюр д'оранжа, но в Love тоже от Kilian много флёр д'оранжа, но здесь есть какая-то свежесть, здесь цитрусовые ноты, вот бергамот, видимо, апельсин, да, который заявлен, бергамот, мандарин, грейпфрут. Вот эти вот чувствуются свежие ноты, и также вот чувствуется в аромате остринка, это, видимо, черная смородина, вот что-то такое. Также маршмеллоу ощущается, и также мускус, мускуса здесь вот очень-очень много. Да, ароматы, может быть, имеют общее направление, но для меня они разные. Аромат стоит 160 евро, насколько я помню. И это уже очень достойное начало адвент-календаря. Итак, второй номер, что мы здесь находим, это два аромата от Amouage. Это мужская версия Reflection'а и женский Guidance. Или же он может быть унисекс, я совершенно не знаю. Все эти ароматы в размере 7,5 мл, вот такие вот просто роскошные миниатюрки. И вот тоже мужской аромат Reflection, тоже 7,5 мл. Но я думаю, эти именно ароматы в презентации не нуждаются, потому что Reflection — это достаточно старый аромат в компании Amouage, а аромат Guidance — это просто роскошная груша с ладаном. Во всяком случае, мне он очень сильно нравится. У меня есть он в Атлеванте. Ну, я не знаю, решусь ли я когда-нибудь на флакончик. Но аромат действительно очень классный. И мы переходим к третьему номеру. В третьем номере мы находим вот такой вот аромат Acqua di Parma. Это эксклюзив для Harrods. Аромат называется Oud и Загар. Здесь 20 мл. Я его уже носила. Это роскошество. Прекраснейший аромат. Опять здесь цветок апельсина. Иланг-иланг здесь уже. И очень много замши. Такие красивые ноты. Шафран, да, наверное. Сейчас почитаем по пирамидке. Это лимон, мускатный орех, цветок апельсина, уд шафран, иланг-иланг, замша, лабданум, мускус, серая амбра, ветивер. И ветивер здесь тоже есть. 2024 года этот аромат. Это новинка. В нем есть ДНК бренда Acqua di Parma. Ну, вообще потрясающий аромат. Я бы с удовольствием купила бы полноразмерный флакон, когда у меня закончится этот. И вообще, когда я снова поеду в Лондон, я обязательно его возьму. И у нас четвертый номер. Аромат Elysium от компании Raja, да, посмотрите, какое оформление. Здесь 10 мл этого роскошества. Аромат очень красивый получился. По пирамиде сейчас я тоже прочитаю. Здесь бергамот, ежевика, мандарин, персик, фрезия, ландыш, магнолия, жасмин, иланг-иланг, герань, цикламен, пион, фиалка, мускус, сандал, розовый перец, кедр, ваниль. Ну, знаете, конечно, пирамида просто роскошная. Я вот этот аромат тоже пробовала. Но мне он напомнил, в первую очередь, когда я его попробовала, аромат Билара от компании Mary Kay. Ну, достаточно странное сравнение, да, такого нишевого бренда, как Raja. Raja я просто обожаю. Это, ну, просто у него шикарный, роскошный аромат. Ну, что могу я поделать,
что мне напомнил сразу этот аромат. Я носила его очень много лет, несколько флаконов извела когда-то очень давно. И скажу, что определенно чувствую здесь какие-то похожие ноты, несмотря на то, что Белара там совершенно другая пирамида. И знаете, еще его сравнивают с Жадором, но для меня здесь, кажется, тоже из компании Mary Kay есть такой аромат, который называется Джорни. Вот какая-то вот капелька от этого Джорни есть. Это что-то между Джорни и Белара. Хотя эти тоже два аромата не похожи, но вот что-то такое есть и от того, и от другого. И, конечно же, после такого ностальгического воздействия, я когда вернусь в Узбекистан, я обязательно куплю себе эти два аромата от Mary Kay, потому что, к сожалению, у нас они не продаются во Франции. Аромат классный, действительно универсальный, ну, шикарный. Ну, может быть, конечно же, он звучит немного лучше, чем эти два аромата, которые я сказала, но у него и цена в несколько раз выше. Но, тем не менее, это классный аромат, он подойдет на весну. И вообще, мне кажется, круглогодично он подойдет. Следующий аромат. Номер 5. Вот он. Это аромат эксклюзив от компании L'Etat Libre d'Orange, который называется Nostus. И здесь 30 мл. Я тоже уже носила этот аромат. Здесь нужно быть очень-очень аккуратный в дозировке, потому что он очень такой концентрированный и невероятно шлифовый. Достойнейшая парфюмерная композиция, очень необычная и роскошная. Здесь тоже хорошо ощущается замша, конечно же уд, но он очень красиво сделан. Мне он понравился. Я думаю, мне этого флакончика хватит долго, потому что он очень экономный. Классный. Следующий у нас номер 6. Аромат от Graff. Аромат называется Le Sedi La Rona 6. Это версия Travel формат, видимо, 15 мл. Посмотрите, мешочек просто роскошно тоже. И здесь даже есть крышечка. Это просто королевский запах. Наверное, так должны пахнуть короли и графы. Он какой-то вне времени. Прям действительно чувствуется роскошная такая королевская парфюмерия. Невероятно красивый аромат, что здесь по пирамиде: ежевика, мадагаскарская гвоздика, дикая орхидея, розовый перец, индийский жасмин, ут, ваниль. В общем, потрясающий аромат, мне кажется, он унисекс, наверное, всем подойдет. Ну, так короли пахли точно, просто потрясающий, вечерний, красивый. Я смотрела цену, сейчас не помню, но, конечно, поставлю за полный размер. Это очень стоит дорого что-то тоже. Отлично, будем пользоваться. И переходим к номеру 7. В номере 7 мы находим аромат эксклюзивно, который продается от Monthale Rendezvous chez Arts. Здесь 20 мл, такой объем не продается, но 100 мл стоит 135 евро. Я хотела его заказать, этот аромат, когда мой муж ездил один без меня в Лондон, но побоялась. И хочу сказать, что очень зря, потому что аромат действительно получился очень носибельным. И это аромат 2024 года. Ну, это такая роскошная ванильная композиция, такая кожа, да, ванильная, со специями и карамелью. Очень носибельно, тоже унисекс, я считаю, тоже на прохладную погоду. Уд здесь просто на подпевках, я даже его здесь не ощущаю. Он здесь, конечно, есть, но где-то очень-очень далеко. Классный, тоже классный аромат на холодное время года. Я бы обязательно хотела бы тоже взять флакончик полноразмерного вот этого вот аромата от Monthale. И переходим к 8-му номеру. Вот у нас такой 8-й номерок. И здесь аромат от компании Xerjoff, который называется Alexandria 2. Здесь 15 мл. Я знаю, что такие объемы продаются,
Я также знаю, что можно купить наборы по 3 штуки на официальном сайте, которые стоят 235 евро. Ну, считайте сами, сколько стоит один флакончик, но цену я поставлю, конечно. Вот. Ну, знаете, это очень едкая удовая смесь, которая не пришлась мне по вкусу, но вот так вот, когда не разбрызгиваешь, пробуешь, пахнет классно, но если разбрызгивать, то он слишком уж удовый. Но такой уд я не очень сильно люблю, поэтому я не могу адекватно оценить этот аромат просто потому, что он не в моем вкусе. Но это, тем не менее, также отличное наполнение этого адвент-календаря. И у нас 9 номер. Здесь я нахожу 50 миллилитров. Это полноразмерная версия. Аромат называется Перегрина от компании Tamen. Полная версия этого аромата, по-моему, стоит то ли 210, то ли 220 евро. Конечно же, как точно я напишу. Но у меня есть пробник. Я не буду раскрывать этот аромат, потому что мне не нравится этот аромат, но он все равно, он достойный аромат. Это красивый аромат, который вот по пирамидке сейчас прочитаю. Это роза, гордения, жасмин, ландыш, карамель, ваниль, мира, иланг-иланг, амбра, еще раз, пудровые ноты и мускус. Это очень носибельный аромат, он много кому подойдет. Это не отстойный какой-то аромат, который невозможно носить, просто он меня не удивил, и все. А так он классный, он много кому понравится, абсолютный унисекс, он подойдет и мужчине, и женщине. Наверное, вот совсем молодым девушкам или мужчинам не подойдет, но вот где-то после 26-30 лет он просто крутой, наверное, будет. Просто, ну, такое вот роза, да, здесь роза и вот карамель, и вот мира, да, вот. Эти ноты я вот здесь выделю. Ну, я такое уже как бы слышала. Ну, классические. Хороший аромат. Ну, просто мне он не нужен. Я подарю его кому-нибудь на Новый год. И теперь 10 номер. В 10 номере я нахожу вот такой вот travel формат. Такой вот аромат от Creed Queen of Silk. 10 миллилитров. Это просто... Очень крутой аромат, мне он понравился, кстати. Один из тех ароматов, который меня действительно удивил. И я такой буду носить с удовольствием. Здесь по пирамиде шафран, османтус, магнолия, маракуйя, тубероза, пачули, ут, мадагаскарская ваниль, амбраксан, мира, мускус, кедр, ладан. Ну, в общем, роскошество. Прекрасный аромат. Пахнет замечательно. Да, конечно же, предпочтительно для... не высокой температуры на улице, ну вот и осень, и весна, и зима, и его время. В принципе, универсальный, куда угодно можно будет носить. Ну, наверное, прям в офис не знаю, но так обычно куда-нибудь пойти в этом аромате очень будет приятно. Он замечательный и потрясающий. И у нас 11 номер, в котором... У нас вот такой вот аромат, который называется The Merchant of Venice, Queen of the Night. Это версия Eau de Parfum Concentré. Здесь 15 миллилитров. Посмотрите, здесь даже есть колпачок. Ну, это вообще просто супер. Я смотрела тоже, он очень дорогой. Это такой восточно-гурманский аромат, подойдет на вечер. Его можно сравнить с ароматом от Baby Cat. Но для меня Baby Cat иногда... какие-то делает сюрпризы, преподносит, которые мне не очень нравятся. Здесь без сюрпризов очень приятно, очень красиво, женственно, сексуально, вообще суперски. В общем, супер. Ну и 12-е окошечко, в котором я нахожу вот такой прелестный мешочек, в котором аромат от Тизана Терензи, который называется «La Super Barosa». И тоже это эксклюзивный аромат для Harrod. Здесь объем 50 миллилитров, полноценный размер это 100 миллилитров стоимостью 400 с лишним фунтов. Он уже на сайте распродан, но если найду, я поставлю фотографию. Итак, что здесь по пирамиде? Это мед, травы, майская роза, амбра,
Ну, для меня это роскошный аромат на мороз. Никаких здесь нету всяких болгарских роз. Я болгарскую розу не прям так сильно жалую. Это просто очень красивая роза. Без всяких тезиановских мускусов. Ох, это просто супер. Он очень ароматный, очень душистый такой. Это роза такая амбровая в меду. И этот мед такой вот тоже как-то освеженный травочками. Свежей травой, потому что здесь чувствуется в этом аромате какая-то свежесть в аромате. Какая-то, может, даже шампунь. То есть аромат для меня, я не знаю, он унисекс или нет, он для меня именно женственный. Очень красивый аромат, роскошный. Действительно, на обладательницу такого аромата обратят внимание и сделают ей комплименты. Он очень красивый. Красота, да и только. И мед в нем тоже очень роскошный. И посмотрите, все в этом флакончике сделано потрясающе. В итоге я хочу сказать, что я осталась абсолютно довольна этим адвент-календарем. Он действительно роскошный, он действительно сказочный, как и сам магазин Arts. В него положили самые прекрасные ароматы, очень много эксклюзивных ароматов, которые действительно, чтобы все купить, потребовалось бы очень хорошо потратиться. Конечно, всеми этими ароматами я буду с удовольствием пользоваться. А те два аромата, которые не пришлись мне по вкусу, я кому-то подарю. Также я хочу поблагодарить вас за просмотр. Я всегда рада обратной связи. Пишите мне свои комментарии под видео. Поставьте, пожалуйста, этому видео лайк. Подписывайтесь на мой канал. Всего хорошего. До новых встреч. Пока-пока.